Что? Че, у вас какой бардак в комнате? Это мы шапки мерили. У нас резко похолодало, зима началась. В общем, достали мы загашники с шапками. Две коробки. Так, я извиняюсь, что темно. Мы приехали, это уже... Сколько сейчас времени? Часа в 11. Ну, в общем, дети уже спят, конечно. Вот коробка с шапками. Вон там еще одна коробка. В общем, они тут мерили. Я вам курточки купила. И тебе, и Василиске. Завтра будет скандал. У Жанны. Угу. И у Егора. Угу. Наверное, это... Я не знаю, как им объяснить. Прошлый год мы покупали курточки Егору и Снежане. Новые. У Снежаны не курточку, у Снежаны комплект. Комбинезон и куртка. Василиска донашивала старый комплект. Четвертый год носила. Лера тоже у меня старая донашивала. Мишка вообще у нас в обносках ходит. Говорит, ему ничего не нужно. Он компьютер хочет. Вот. В этом году у Василисы уже комплект обмалел. Ей нужно на зиму. Вот мы ей купили куртку и Лере куртку. Как это все завтра будет происходить, я не знаю. Конечно, я это, наверное, засниму. А уж буду выкладывать. Нет, посмотрим, что у нас выйдет. Но скандал будет точно. Потому что, когда им что-то покупают, а другим нет, то это нормально. Это в порядке вещей. А когда купили что-то не им, то у них скандал. И не важно, что раньше им тоже покупали. Нет, это они уже не помнят. Точно так же с Егором. Он с нами сколько раз ездил везде. И в Нижний, и в Москву мы его с собой брали. И в Кострому. А тут Василису взяли с собой в магазин, а его оставили со Снежаной. С Никитой и с Мишей дома. И что было у нас, Лер? Истерика была у Егора. Ты мне скажи, что он себе делал сегодня. Ну, в общем, он сначала ему клубочек подарил, чтобы он там вязал себе, а потом он взял и испортил мне вещь, которую я связала. Пока Лежи не было, да? Да. Там мне сейчас рассказывает. Мам, я тебе жалуюсь. В общем, она вниз ушла. Рассказывай сама. Я ушла вниз с девочкой налить воды, попить. Вот. А он там что-то в компьютере наделал, но это ладно. И покромсал моими ножницами мое изделие. Вязание твое? Да. Как ты его отомстишь? Он такую длинную-длинную цепочку навязал. Я ему всю ее покромсаю. В общем, ребенок отомстит тем же. Ну, не знаю, расстроится, нет. Еще навяжет, да. Научился вязать цепочку крючком. Василиска уже полотно потихонечку учится вязать. У Леры у нас рабочий стол. Она тут вяжет. Я не буду показывать твое изделие. Мы его отдельно снимем. Нас попросили на выставку, посвященную Дню Матери, связать игрушку какую-то. В общем, Лера ее сама связала. Завтра мы сделаем обзорчик небольшой на эту игрушку. И потом Лера ее отнесет. В общем, вот такой рабочий беспорядочек здесь на столе. Или наоборот, рабочий порядок. Как правильно, не знаю. Почему у меня здесь удобно? Все удобно, да. Творческий беспорядок. Ладно, пойдем мы чай гонять. С целой шоколадкой. Не придется с мелкими делиться, потому что они спят. Пойдем, Лерка?